Местом повышенной опасности стали тротуары. Сразу две аварии, в которых могли пострадать случайные прохожие, произошли в Иркутске. В самом центре города, недалеко от центрального рынка, иномарка вылетела на пешеходную дорожку. В результате столкновения было замято ограждение, поврежден столб. Обошлось без жертв, хотя место, где произошла авария, очень оживленное. Любопытно, что на улице одностороннее движение, и автомобилистка двигалась, что называется, против шерсти. Другое ДТП уже с участием трех машин также произошло на крупной магистрали Байкальской. Кроссовер вылетел на тротуар рядом с подземным пешеходным переходом. Никто не пострадал, но инспекторам пришлось вручную регулировать движение на опасном участке.